Еще одно ДТП произошло 9 октября. Поздно вечером на пересечении улиц Жукова и Зеленый Лог столкнулись пожарная машина и легковой автомобиль такси. В результате дорожно-транспортного происшествия двое пострадавших. В 23:45 9 октября на пересечении улиц Жукова и Зеленый Лог столкнулись КАМАЗ МЧС и такси. По предварительным данным, пожарная машина следовала на оперативный выезд по факту задымления в подъезде от пожарной части по улице Жукова в сторону улицы 50-летия Магнитки со включенными световыми маячками и звуковой сигнализацией. 27-летний водитель автомобиля МЧС, убедившись в отсутствии транспортных средств, выехал на запрещающий сигнал светофора. Когда был в центре перекрестка, увидел приближающийся на большой скорости автомобиль «Лада», с которым в итоге произошло столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия 48-летний водитель, а также 26-летний пассажир автомобиля «Лада Гранта» получили телесные повреждения. Водитель госпитализирован, пассажиру назначено амбулаторное лечение. По словам очевидцев, после ДТП из салона смятой легковушки пассажир вышел самостоятельно. Водителю «Лады» потребовалась помощь, крышу такси пришлось срезать специнструментом. Давай! По данному факту сотрудниками госавтоинспекции проводится административное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Дина Наумова, Евгения Салахутдинова, Алексей Витчинкин, телекомпания ТВН.